Всем доброе утро! Началась школьная пора, а это значит, хоккейная физкультура идет к вам! Просто бомбезные, офигенные эмоции. И самое, наверное, больше всего понравилось, это стойка в планке. Было интересно, был такой какой-то азарт. Наверное, еще я узнала много о хоккее. Просто офигенные эмоции. Сложно было очень. Было очень сложно, уже работали, так скажем, на износ. Да. Но все равно победила дружба. Очень понравилось, были новые какие-то физкультурные элементы, которые мы выполняли. Очень понравилось, когда мы одевали форму. Ну, интересного было много чего. Мы, опять же, узнали очень много нового о хоккее, о хоккейной форме и так далее. То есть все очень понравилось, было очень весело.